приключения у нас уже начались. О! Видно, да? Сейчас будем что-то мастырить. А вот шумовка. Подарок подписчика. Вот он делает такие замечательные для зимней рыбалки. В комментарии оставлю ссылку. Также он делает матные мушки. Благодарю. Теперь это как мой талисман. Нашли нефть. Именно на этом месте мы ставим палатку, потому что оттуда идет сильный ветер. Где-то передавали, что 15 метров в секунду. Ну вот, друзья, только мы хотели опраздновать рыбалочку, и у нас поклевочка. Да, небольшая, ну хоть такая. Ну да, красота. Красный крабик сработал. Трехзубчик. Я думаю, об этом может мечтать каждый, потому что в палаточке и еще луночка, и клюет. А рыбку наружу. Оп. А в этом нам помогает у нас новый спонсор. Кстати, освещено уже. Да, луночка. Самим Павлом. Так, опа. Все, счастливая лунка. Оп. Ну а мы, ребята, продолжаем. Мы знаем, что сегодня мы поймаем крокодила на 22 килограмма. Хочу вам показать от нашего мастера, который живет в городе Комсомольске-на-Амуре. Посмотрите, какие прекрасные балансиры, ловчие. Сейчас буду в первый раз в жизни махать на махалочку. И посмотрим, что с этого получится. Поставим красноголовик вот такой. Ну и испробуем, конечно, все. В описании я оставлю ссылку, где можно заказать, номер телефона. А так, следите за нашими событиями. У нас еще все впереди. Пока 10 часов, и мы продолжаем. По поводу цены. Если заказывать напрямую у Александра, она стоит 250. В магазине стоит 400. Да? Минимум. Минимум. Так что думайте, лучше сесть на автобус и доехать до этого товарища. Человек широкой души. Да и видно, чувствуется рука мастера. Он вложил в эту душу, и сейчас мы, конечно, в эту заговоренную лунку сейчас поймаем. Она заговоренная. Чтобы далеко уже от темы не уходить, раз такое дело, я вот покажу обычный балансир китайского производства. Хвост, видите, пластиковый. И тем самым, когда щука атакует, хвост просто при второй-третьей поклевке отламывается. Александр тем самым продумал данный момент и отлил данный хвост из латуни. И даже если он согнется, вы можете благополучно его выпрямить, подкрасить светлым лаком и пользоваться шикарно дальше. Оп. Саня, у нас сработало. Что-то там бьется прям нормально. О-о-о. Да, ушла, ушла. Да я ее проучу. О, друзья. Чуть не ушла. Чуть не ушла, Саня, молодец его. Проучи. Не будем бить ее. Саня, оказывается, жадный на рыбу. Ну как, я же и застарался доставать. Тут коленочку намочил. Так размер еще и дал нормально. Так, давайте покажем. Друзья, вот Александр балансир. Не мой, а производитель. Да, производитель. Рабочий. Оп. Что-то там бьется. О. Так. Где там наш доктор? Анальгинчик. Ну все, надо себе такую сделать. Пошла. Вот. Балансируй от Александра. Ух, как она колом встала, аж прикинь. Учимся вместе с Павлом Big Fish.
примерно одна вот так поднимаешь, смотри. 5-7 сантиметров одна. И все, и вот этой игрой играешь. Щука, она идет, короче, по дну. Вот так вот одна. И атакует снизу. О! Поклевочка! Хорошая, хорошая! Ребята, смотрите! Китайский. Вот она, вил, вышла. Китайский балансир. Где, давай это, анальгин, Паша, анальгин. Анальгин, ё-моё. Давай я переворачиваю, только не крючком. Да, вот, сильнее. Вот, все нормально, не надо больше. Анальгин. Можно зубик удалить, можно зубик отломить. О! Китайский балансир. Где-то 200 кило экземплярчик. Кило 200. Вот сработал, прям в подбородок. Китайский балансир. А-а-а. И очень острый. Очень острый. О. Чтобы не стукнулось, в воде аккуратно. От лунки. Этот анальгин, блин. Подожди, дай я возьму ее, чтобы надо четко по башке ударить ей сверху. Все, достаточно, все, она будет смирная, смиренная и подчиняться тебе. Они любят. О, ребята, наконец-то хоть. Павел Big Fish тоже. Ему за это огромные, уважительные. Нормально. Рыбачу первый раз на махалочку. Нормально все, как глаз смог, посмотри, тот залило кровью второй. И съело хорошо. Это вот как первый, я думаю, достал. Ну. Вот. Маленькая, но ничего. Для первого раза, как говорится, пойдет. Самое что интересно, да, действительно, это такой прекрасный момент, что это первая щучка на махалку. Я тоже оба на подъемах. Спеши. Давай. Не, ну давай. За жаберку, а нет. За губу и за жаберку. Опа! Всё. Давай это самое, не это самое. Давай, держу. Да, я беру. Тогда я тебе вибу ложу и лучше. Уже дырки открыл, а уже на щеке хорошо. Вот это уже хорошая. Опа. Вообще нормально. Они еще те не успевают замерзать. Эти не успевают замерзать. Пока ты что-то зашел, ты слышишь мои. Да так и должно быть. Давай, давай, давай. Балансир не сушим. Балансир не сушим. Сейчас тебя. Там где-то в боковом кармане эти чипсы есть. Да у меня же вон те плоскогубцами тоже нормально. И медицинские у меня есть. Только я настраивал камеру. Малюська. Че? Отпускаю. Отпускаю. Иди. Не хочет. Иди, говорят. Расти. Не хочет. Иди. Чем больше вместе, тем больше. Заворачивай. Все, пока-пока. Все, хвостиком помахала. Александр немного не вытерпел, решил продолбить вторую лунку. Ну потому что реально ветер очень сильный за бортом. Не такие погодные условия, конечно. Давай, давай. Пока лидирует вот этот балансир, уже видно, у него такие царапочки. Оп. Народ потихоньку разъезжается. Ну а мы продолжаем рыбачить. Сюда я уехал. В воде.
А я уже заскучал, блядь. Наш ебой, нахуй. Подожди, подружка. Стой. Баньку делаешь, ну? А, красота. Тихо, подымай вверх. Ага. Сейчас снимется. О. Да я сейчас уберу что-то теперь же. Вот, паха, кормилец, еба. Кормилец, паха. Хороший. Работает? Да, работает. Угу. А я уже заскучал, да сижу такой. Ну, лицо грустное. Время года и в любом месте. Хорошо. О, пошла. Иди. О. Ах ты, сука, прикинь. Расслабь леску. Ага. Сука, бля. Сыпанова! Приветствую! Ну вот это не поддон сверху! Какой поддон? Не, вообще! Не, чисто палатка, да? Да. Блин, тепло! Надейся, погрейся ты! Ой, тепло вот! Надейся ты! Только не падай никуда! Ой, хотим такую же эту палатку купить, блядь! Вообще уматная! Конечно, уматываем. А что если клиент? Вообще заебись. И ночевать это тупо. Так мы здесь сегодня и планируем отправиться. Да, вы что, помочь? Да. Тоже здесь выходные полмесяца ждали, чтобы прорваться. Мы только любим с комфортом. Да, и без попов. Вообще без попов, без браконьерства, чисто все спортивное ложе. Да. Опа. Есть. Опля. Опа, спеши. А я встречаю. Ну такая нихуя. Дурочка, блядь. Пошли ее нахуй. Видел анальгинку хорошую? Вырубала, блядь. О, ребята, смотрите, первый раз рыбачу. О! Классно. Дурочка. Ладно, мужики, да не пойдем, заходи, погрейся. Я это спросил, это насчет палатки. Да мы тоже хотим это, палатку взять. Ты же видал всю дорогу, дверь открыта. Мы вообще не закрываем, и тепло пиздец. Понятно. Так, друзья, балансиры очень хорошие, как бы. Мы одного поймали, одну щучку. Но сегодня что-то они не играют. О! Иди, пожалуйста. О! Сейчас подожди, я за доктором схожу. Опа! Оп, я даю сразу без проблем. Я шутить с тобой не люблю. А смотри, колом может это сворачивать ее мышцы. Дым-дым-дым-дым. Так, пока лидирует вот китайский балансирчик. Вот он. Ну вот, спокойно. Мы начинаем гонку скоро долбить. Позже чуть-чуть сейчас смеркаться будет, когда... Еще одна.
Но я хочу сказать, что нет-нет, но клюнет, рыбалка есть. И даже неплохая. Ожидать от первого результата на первой рыбалке на махалочку, это, конечно, великолепно. Ребята вот проезжают, останавливаются, смотрят. Ну, говорит, вы, говорит, молодцы, говорит, поймали. Хапуги сегодня молчат. Сейчас получается 5 часов вечера, уже темнеет. И клев прекратился, как назло. Поэтому завтра мы постараемся встать пораньше, попробовать. Ну, мы не пускаем руки, соответственно, у нас еще вся ночь впереди. Пробуем. Сегодня 25 декабря 2022 года. Я знаю, что в городе циклон, и здесь как бы тоже ветерок. Но благодаря палатке нам уютно, сказочно и тепло. Еще хочу, ребята, поделиться лайфхаком. Вот обычная за 250 рублей гирляндочка, которая светит не так уж ярко, но освещает. Когда подрываться, если ночью, все видно. Ну и, соответственно, палаточку хорошо освещает. Никакой снегоход вас не врежется. Вы уже обозначите свое присутствие. Снова, друзья, с вами Павел Big Fish. И как всегда, я люблю говорить, мы начинаем. Сейчас 9 часов утра, понедельник, 26 число. Ушла щучка. Сейчас начинаю опять настраиваться на видеосъемку. Поэтому прекращаю балдеть. Посмотрю, какие батарейки у меня остались живые. И, соответственно, попытаюсь передать тот волнующий момент для каждого рыбака. Я смотрю, карповики крокодилами закармливаются там пиздец. Сюда я в это в воде. Я уже заскучил, блядь. Подожди, подружка. Стой. Баньки делаешь? Поднимай вверх, он сейчас снимется. Да я все уберу что-то. Вот, паха, кормилец, еба. Кормилец, паха, хороший. Будет? Да, да, работает. Я могу поймать в любое время года и в любом месте рыбу. Хорошо, хорошо, хорошо. О, пошла, иди. Расслабь леску. Спасибо, товарищ. Паха кормилец. Да. Все, типа, клев начался. Ну что, друзья, наконец-то я побывал на выходе протоки из озера Оми. Сейчас мы все, как обычно, прибрались, сделали порядок, чтобы после нас было также комфортно ребятам отдохнуть.
на этом месте. Для первого раза я считаю, что на махалку я выполнил план. Думал, будет чуть-чуть хуже, но результат не заставил себя ждать. Конечно, я не разловил новые балансиры от Александра, но ничего страшного. Может, не та глубина, но мы еще продолжим эту историю. А так, пишите свои комментарии, ставьте лайки, а главное, подписывайтесь. С вами был Александр и Павел Бигфиш. О, Пашка пошел.